Всем привет, вы на канале Крипто Фриланс. Сегодня у нас тестнет Pontem Network. В проекта фонды есть, так что будем надеяться на какие-то награды. Переходим на GitHub. Нам надо будет скачать файл и установить расширение. Тут вот по браузеру у меня Chrome, значит я скачиваю вот это. После этого переходим в расширение. Нажимаем галочку режим разработчика. Загрузить распакованное расширение. Загружаем наше расширение. Как видим, вот оно появилось. Нас сразу перебрасывает и предлагает установить приложение. Начало работы. Создать кошелек. Нет, спасибо. Придумываем пароль. Создаем. Нажимаем «Далее», сохраняем нашу сид-фразу и нажимаем «Далее». Вот нас поздравляют, что мы создали кошелек. Теперь нажимаем вот где три точки и нажимаем «Request токен». Несколько раз, чтобы получить токены для комиссии. Дальше переходим на сайт тестнета, подключаем наш кошелек. Нажимаем Request Token и получаем биткоин и USDT. Теперь нам нужно будет поделать несколько свапов. Давайте обменяем наш биткоин на USDT. Теперь обратно. Ну, действие вы поняли, можно поделать еще пару раз свапы, потому что непонятно, сколько нужно сделать. И дальше переходим в Discord, в раздел «Продукт фидбэк». И как видим, тут оставляет отзывы. Давайте сделаем скриншот. Вставляем наш скриншот, адрес нашего кошелька. И можете написать какой-то отзыв. После этого нам нужно будет еще заполнить форму. Переходим. Нажимаем старт. Вставляем наш никнейм Telegram. Вставляем Discord username. Дальше везде можно будет ставить свой отзыв по проекту. Я выбираю везде А. Здесь вы сообщаете, что вам понравилось. Здесь вы также прописываете что-нибудь. Загружаете файл, если у вас были какие-то ошибки. Ну и в последнем оставляем адрес нашего кошелька. Я взял из MetaMask, чтобы получить вознаграждение. На этом все, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки, как всегда, будут в описании. Не забываем про телеграм-канал, где я выставляю больше информации. До новых встреч!